Всем привет, ребята! С вами я, Стив Про, и сегодня вы увидите обновленный текстур пак Fightful для Майнкрафта 1.7. Спустя практически день после выхода версии 1.7 выходит обновление текстур пака Fightful, который приносит довольно много разных плюшек. Но на самом деле это не такое уж большое обновление, потому что в обновлении текстур пака Fightful, ребята, не были добавлены новые текстуры Фантома, ну и некоторые новые текстурки, которые были добавлены в версии 1.6. Ну зато, ребятки, теперь у этого текстур пака появились собственные настройки, на которые мы с вами сегодня взглянем. Ну и для того, чтобы полностью настроить этот текстур пак, мы с вами переходим в настройки, открываем глобальные ресурсы, нажимаем на текстур пак Fightful и нажимаем, ребята, на кнопочку настройки, которые у нас появились в этой версии. Ну и тут мы с вами видим, что у нас включено красивое соединение стекол, включен режим скриншотов, но также, ребятки, включена новая вода, которая также была добавлена в этой версии текстур пака. Нажав сюда, ребята, мы с вами отключаем новую воду, нажав сюда, мы с вами отключаем режим скриншотов, ну и нажав сюда, мы с вами отключаем все, ребята, все функции этого текстур пака. Но мы с вами оставим, как все было раньше, то есть у нас будут красивые соединения стекол, будет режим скриншотов, а также, ребята, будет новая вода. Все, окей, теперь давайте мы с вами на все это взглянем в нашем мире Майнкрафта. Открываем совершенно любой мир, неважно какой он будет, ребята, и сейчас мы с вами проверим все новые функции этого текстур пака. Так, хорошо, мы с вами загрузились. Ну и теперь давайте мы с вами посмотрим на красивое соединение стекол. Ну и как видите, ребятки, никаких рамок при соединении стекол нету. И это вот те самые красивые стекла, точнее красивое соединение, ребята, стекол. Да, это и правда очень красиво, но такое ощущение, что стекла стали слишком прозрачными. Если, ребятки, вы считаете, что и вправду стекла стали слишком прозрачными, то обязательно ставьте лайк. Ну а теперь давайте мы с вами посмотрим на возможность скриншотить. Нажимаем Escape, ребята, и видим, что у нас здесь появилась новая кнопочка — снимок экрана. Ну и давайте на эту кнопочку мы с вами нажмем немножечко попозже, а то мало ли что произойдет. Ну а теперь давайте посмотрим на новую воду, которая у нас здесь находится прям неподалеку. И вот, ребята, наша новая водица. Ну да, она стала вроде попрозрачней, но особо ничем она не отличается от старой воды. Ну да, прям вот прозрачный здесь так, ребята, и виднеется. Ну, а теперь давайте посмотрим, как же эта вода выглядит уже в океане. Ну да, ребята, я был прав, что она стала маленечко попрозрачнее, даже поприятнее, что ли. Ну, короче говоря, такая вода мне нравится, да и прежняя вода тоже была довольно красивой. Ну, и теперь, ребятки, давайте мы с вами проверим возможность скриншотить. Нажимаем на эту кнопочку, и что у нас появляется? Saving скриншот. Ух ты, ребятки, отлично, мы с вами смогли с помощью одной кнопочки сделать настоящий скриншот. Но я думаю, что это довольно бесполезная функция, потому что у каждого телефона уже сейчас есть возможность скринить, ребята, в любом моменте, что просто замечательно. Ну а ссылочку на обновленный текстур пак Fightful вы сможете найти в описании по данным видеороликам. Ну а на этом все. Всем пока-пока.